лучевой ток в виде электрона с полком магнитчиком. Передается информация, передается волновой какой-то взаимодействие. Но электрон никуда не двигается, это понятно. Записали? Вот. И, давайте тогда я. Да, вокруг него тоже существует, как говорите, электромагнитное излучение в районе крови. Не только на нем самом, внутри его и так далее, но и вокруг него. Так вот, графитовые концентраторы, либо металлические концентраторы в виде спирали, причем это высокоточные калиброванные спирали. То есть неправильно сделанная спираль может наоборот применять. Они концентрируют энергию провода в его теле, как бы уменьшая его потери при передаче. Почему у меня гибридная технология? Потому что я однажды обнаружил, что с определенным образом сочетание металлов и графитов, в геометрических сочетаниях, калиброванных или точных, дает эти большие информативные устойчивые, не передают металлы, передают графиты наоборот. На слух это расширение музыкальной сферы, улучшение музыкальной сферы, расширение там, более правильных активов. Как правило, такие провода сразу, вот, не ошибешься, когда они как-то устроят, они постепенно начинают вокруг человека сферу устроить. Не просто туда, не вышел он, как уходящий вдаль, значит, за 10 километров проели проект, как у меня нет оператора не пишет. Ну, ты режиссер пишет, а ты не положишь на себя всегда делать все. То есть вокруг себя никогда вот туда. И там может совершенно даже не пойти, я не один, но просто. И, мягко говоря, там нет таких средств, чтобы где на самом деле все заряжение, и сам берет оттуда, это помнит.